Маленькое счастье, делится Кирилл Овчинников, подарить людям то, что принесет им пользу. Вещей, которых больше не наденет, целый мешок. Выкидывать, говорит, жалко, хорошие. Узнав о благотворительном контейнере, обрадовался, теперь непременно принесет их сюда. Это отличная идея, на самом деле, потому что благотворительность всегда как-то ассоциируется словом «доброта», словом «хорошо», и мне кажется, это очень хорошая идея, мне прям очень понравилась. В следующий раз приеду обязательно с большим пакетом. Старт благотворительной акции был дан в Куйбышевском районе Самары в торговом центре «Амбар». На открытии первого контейнера «Народные игры» и мастер-класс по крутке казацкой шашки. Организаторы уверены, желающих дарить добро в городе много. В каждой семье, в каждом доме у нас есть вещи, которые просто лежат, не востребованные. Да? А есть люди, есть семьи, которым просто необходимы эти вещи. И, наверное, это будет замечательно, если они получат и приобретут в дар, будут очень благодарны. Проблема собрать хорошие вещи возникает у нас в фонде постоянно. К нам обращаются люди за техникой, за вещами. Теперь мы будем оперативно реагировать на просьбы людей, знаем, где забрать хорошие вещи, а вы знаете, куда их приносить. Принимают чистые, ухоженные вещи без видимых повреждений. Причем сдавать можно не только одежду. Обувь – это головные уборы. А это может быть какой-то предмет интерьера, который вам не понадобится. Надо, чтобы он был исправный. Постельное белье, которое может быть изношено, потому что есть у нас приют для животных, им тоже такие вещи нужны. И мы будем перераспределять ваши вещи по организациям специализированным, которые занимаются уже непосредственно с благополучателями. Зажечь в людях веру в добро – одна сторона медали, другая – сделать чище окружающий мир. Огромное количество вещей, которые не теряют свою годность, уходят на свалки напрямую. Вот. А этот проект позволит увеличить срок службы вещей, соответственно, несколько снизить объем образуемых отходов, вот, что, несомненно, принесет небольшой, но ощутимый вклад в общее дело, так скажем, экологии и сохранения охраны окружающей среды. Организаторы уверены, эстафету у Куйбышевского примут другие районы города. К тому же теперь жителям не нужно специально везти вещи в центры приема, а просто, отправляясь за покупками, прихватить с собой пакет с тем, что готовы подарить. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.